Всем привет! Сегодня я решила сделать видео обзор своих покупок для скрапбукинга. И начнем сразу. Я получила вот такую вот коробочку. И посмотрим, что я здесь купила. Первое, что я купила, это Glossy Accent. Достаточно часто им пользуюсь. Покрываю штамповки, чтобы они выглядели более ярко, более так прозрачно. Далее я купила Glitter Snow. Это такой снег. Это паста, очень легкая. Здесь, к сожалению, на камеру не видно, но там есть блеск. Мелкий блеск, который сверкает так, как снег. Достаточно очень легкая и очень нежная такая паста. И называется Блестящий снег. Вот такая вот. Для каких-то новогодних открыточек, новогодних поделок. Далее очень хорошая покупка. Называется это Diamond Dust. Это такой глиттер, но не такой мелкий глиттер, а глиттер, который похож на стекло, какие-то стекляшки. Вот они переливаются и очень похожи на такие мелкое стеклышко. Данным глиттером обычно покрывают либо снег, чтобы он блестел поярче, либо цветочки, как будто цветочки в снегу, и они так переливаются очень красиво. Очень мне понравился. Далее я купила еще 3D Gloss Gel от Finnabel. Очень нужная штука для приклеивания микробисера, бисера, каких-то мелких глиттеров, разных мелких деталей в скрапбукинге. А также 3D Gloss Gel. Это такой глянцевый гель, который смешивается с красками, с чернилами, с пигментами. И акриловым краскам он такой дает блестящий глянцевый эффект. Но смотрится очень красиво. Можно смешивать с текстурными пастами. Дает такой глянцевый, красивый эффект. Не знаю, как еще подробнее объяснить. Подходит для 3D коллажей. Ну, в общем, для многих многофункциональный 3D Gloss Gel подходит для многих таких всяких штук. Далее я купила еще чернила дистрессовые. У меня мини-дистресс подушечки, поэтому я купила к ним чернила, потому что многие из них быстро кончаются. И посмотрим, каких цветов я взяла. Розовый Worn Lipstick. Еще один розовый Picked Raspberry. Красный Candied Apple. Оранжевый Covered Pumpkin из новой серии. Желтый Scattered Straw. Фиолетовый Seedless Preserves. Фиолетовый Dusty Concord. Голубой Mermaid Lagoon. И еще один голубой оттенок, это Broken China. Broken China мой фаворит. Также я еще хотела бы Twist Citron, очень красивый цвет. В следующий раз приобрету его. Еще хочу в следующий раз приобрести зеленые, коричневые, желтые тона. Это более такая яркая палитра, яркие цвета. Но могу сказать, что вот Broken China это самый-самый мой любимый цвет. Ну и также и фиолетовые, тоже Dusty Concord. Очень любимые, оранжевые цвета, вообще все любимые. У них такая красивая палитра, что они все любимые. Также в дополнение к этим чернилам дистрессовым я купила алкогольные чернила, тоже таких ярких цветов. Розовый Фламинго, оранжевый Валенсия, фиолетовый Аметист и голубой у меня уже был, это Аква. Но это очень легкий голубой, более красивый цвет, это есть патина. Вот, и там тоже есть желтые, Sunshine Yellow, красивый цвет,
Тоже лаймовый зеленый красивый цвет. Но пока я взяла немножко. Это мои чернила. Далее я еще взяла вот такие вот ножи от Rock Stamps, квадратные, с вот таким вот дизайном. Ну, мне они очень понравились. Так, это вроде бы все. Остальное это у меня бумага. Бумага для новогоднюю тематику, для новогодних открыток. Бумага из коллекции My Design. Это шведская фирма Made in Sweden. Данная бумага предыдущих коллекций, это не новые коллекции, это старые коллекции. Поэтому я взяла их по скидке. Предыдущие коллекции A Gift for You. Вот такие вот птички, снежинки, текст, очень нежная фактура, текстура, я не знаю, как сказать, но очень нежно так сделано. Он Christmas morning, рождественское утро, очень похож на рождественское утро. Очень красивая бумажка, с обратной стороны только снежинки. Далее из этой же серии вот такая вот бумага с почтовыми какими-то лейблами, с почтовыми штампами. Более простая. И здесь сердечки с обратной стороны. Вот такие вот бумажки я люблю больше всего. Здесь различные марки, картинки, вырубки, теги. Дополняют открыточку. Все вот эти вот штучки, они очень красиво вписываются в любую открыточку и дополняют ее. С обратной стороны обычная. Вот такие вот красивые снежинки. Все сделано в таких приглушенных тонах, серо-коричневых таких серых тонах. Здесь обычная. Далее бумага Handwriting Postcard называется. Подписанные почтовые открытки. Здесь идет текст открыток, подписанных от руки. Очень красиво смотрится. Здесь обычная. Далее опять у меня еще с птичками. И идет коллекция следующая. Home for the Holidays называется. Вот такие вот тоже снежинки. Чуть-чуть добавлено синего и голубого. Называется Snowy Days. Снежные дни. С обратной стороны это обычная такая бумага. Здесь у нас такой Дед Мороз. И почтовая карточка. С обратной стороны обычная. И вот это мой любимый. Мое любимое, поскольку здесь такие красивые украшения для открыточек. Очень красивый олень. И красивая вот эта вот карточка. Девочка очень красивенькая. Просто люблю эту бумагу. И это обычная бумажка с обычным принтом и с обратной стороны звездочки. Вся бумага от My Design. Очень качественная. Она очень плотная. Очень красивый принт. Очень качественно все пропечатано. Но она очень плотная по сравнению с другими бумагами. Мне My Design очень-очень нравится. Хотя My Design достаточно дорогая. И еще я взяла вот такую небольшую маленькую бумажку. От Frozen Paper. Называется Frozen Paper. Сделана в Польше. В таких голубых тонах. В принципе, даже не знаю. Но не очень эта бумага мне понравилась, как данная бумага. Да, кстати, еще хотела сказать, что у My Design новая коллекция называется I Wish.
И она сделана в более ярких красках. Там есть красный, зеленый. Не такие приглушенные краски, как в этих коллекциях. Но очень красивая новая коллекция I Wish. Я надеюсь, что я ее приобрету и в следующий раз покажу вам. Frozen Papering более такая голубые оттенки, синие оттенки, серые оттенки. Быстренько покажу я. Вот такая вот обычная бумага. Ничего такого особенного. Здесь морозные узоры. Написанный текст. Снеговичок красивый. Снежиночки. Вот эта красивая бумага, которая мне понравилась. С такими морозными узорами, снежинками. Ну, очень красивая. Здесь написанный почтовый текст. На таком темном фоне. Тоже красиво, мне понравилось. И это снежок обычный. И снежинки. В принципе, бумага, ну, нормальная. Не вау и не плохая. Но по качеству, конечно, немного уступает. Здесь 200, здесь 190. Ну, это все покупочки на сегодня. Спасибо большое, что были со мной. Увидимся в следующий раз.